В 2011 году в Белгородской области решили привести в соответствие потребности рынка труда и возможности среднеспециальных профучреждений. Была принята долгосрочная целевая программа развития профессионального образования. Она предполагала привлечение к управлению профтехучилищами предприятий и работодателей. Группа компаний «Агробелогорье» в числе первых взяла шефство над 23-м училищем в Яковлевском районе. А в 2012 году область взяла курс на дуальное обучение – сочетание практики и теории 50 на 50. Белгородчина первая в России создавала свой механизм подготовки профессиональных кадров, когда крупнейшие предприятия становятся не просто заказчиком, но и обучающей площадкой. Одними из первых в таком тандеме заработали Шебекинский агротехнический ремесленный техникум и компания «Русагро». 19 октября 2014 года в Губкине во время раскопок рабочие обнаружили старинный склеп 19 века. В одной из стен многометровой ямы найдены человеческие останки, фрагменты гробов и каменной кладки. По мнению работников местного музея, это оказалось семейное захоронение помещиков Коробковых. В этот день, в 2015 году, впервые в истории региональной федерации бокса, наши земляки Евгений Тищенко и Виталий Дунайцев не только стали чемпионами мира, но и завоевали путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. 2 года назад, 19 октября, в Староскольском зоопарке появилась молодая самка-жирафа. Общительная полуторагодовалая трехметровая Жозефина в Староскол приехала из Казахстана. 19 октября 2016 года музыкант Дмитрий Маликов представил белгородской публике авторский спектакль «Перевернуть игру». Он стал логическим продолжением серии мастер-классов «Уроки музыки», уже знакомых белгородцам. В центре сюжета – разговор двух поколений, диалог музыки классической и современной. 19 октября – день рождения скульптора Вячеслава Клыкова. В нашем регионе он создал главный символ области – Прохоровскую звонницу и символ Белгорода – памятник князю Владимиру. В честь именинника в 2014 году на Прохоровском поле был установлен памятник самому мастеру.